Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Налогоплательщики Кирова оплачивают ЖКХ за торговый центр «Европейский». Это выяснила контрольно-счетная палата. Связано это с тем, что договор аренды не предусматривает оплату коммунальных услуг арендаторам, поэтому деньги взыскивают с владельца помещений, то есть с муниципалитета. За год только за электричество в торговом центре налогоплательщики заплатили почти 2,5 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона предстоит через суд заплатить за теплоснабжение. Почему таким образом заключен договор, в департаменте муниципальной собственности не говорят, ссылаясь на то, что этим занимались предшественники. Программа «Экономика». Кировчане живут на сумму в 2,5 раза меньше, чем москвичи тратят на жизнь. Жители нашего региона примерно 18,5 тысяч рублей в месяц. Жители столицы 46 тысяч. Это данные исследования РИА Новости. Эксперты изучили информацию о расходах жителей страны во время карантина, введенного из-за коронавируса, и цифры за тот же период 2019 года. Выяснилось, что вся страна урезала траты. Лишь жители Чукотки на 1000 рублей в месяц стали тратить больше. Если сравнивать расходы кировчан и жителей соседних регионов, то есть те, кто располагает меньшими суммами в месяц. В Мордовии живут на 14 тысяч, в Мариэл на 15, в Чувашии на 16, как мы 18 тратят в Удмуртии. В Нижнем Новгороде и Татарстане в месяц на человека приходится в 1,5 раза больше, чем у нас, около 26 тысяч. Меньше всего расходы в месяц в стране, в Ингушетии 6 тысяч рублей. Экономика на 101 FM. Кировчане недостаточно богаты, чтобы платить за мусор еще больше. Так высказался юрист Ян Чеботарев по поводу решения правительства закрыть полигон в Осинцах и возить мусор на более отдаленные свалки. Он заявил, что ссылки на решение арбитражного суда довольно сомнительны, поскольку уже после того, как он признал незаконным разрешение на ввод полигона в эксплуатацию, процедура была оформлена заново, ошибки были исправлены. Нет возражений и у ДСАФа, владельца аэродрома, попадающего в аэрозащитную зону объекта в Осинцах. Не вполне понимаю, что такое произошло, что правительство области вдруг решило позащищать интересы самостоятельного юридического лица. И подобного рода действия однозначно привели и приведут в дальнейшем к росту тарифов на утилизацию мусора. Мы вроде и так не особо богато живем, чтобы платить все больше, больше и больше. Понятно, что мы можем в наши тарифы заложить вывозку этого, простите, несчастного мусора на Луну космическими кораблями. Но это же будет стоить чего-то, причем я уверен, что крайне много. Насколько это целесообразно? По мнению Чеботарева, речь здесь не об экологии, а о переделе рынка. Тем временем тариф на вывоз мусора поднимают уже с октября на 8% или на 30 копеек для Кирова. Из-за оспоренных ранее решений об исключении из инвест-программы Куприта трат на транспортировку мусора. Экономика. В завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 76 рублей 4 копейки. Евро перевалил за 90 рублей 1 копейка. Официальный курс на сегодня. К этому часу все. Микрофон работала Ольга Болезина. Программа «Экономика» на 101 FM.